Мини-погрузчики, рельсовозы, путеремонтные летучки. На ульяновском предприятии инжиниринг-сервис «Путьмаш» вот уже 10 лет занимаются обслуживанием и ремонтом путевой техники. Многофункциональный погрузчик «Мамонтенок» – одна из главных разработок компании. Машина имеет уникальный тип трансмиссии, а использовать ее можно в разных сферах. Такую модель компания представила на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мини-погрузчики – это собственная разработка и особая гордость предприятия. Таких малышей от и до собирают в Ульяновске и отправляют по всей России для уборки перронов железнодорожных вокзалов. Новичок на производстве – цех по подготовке рамных металлоконструкций. Его ввели в эксплуатацию в этом году. Объем инвестиций составил 50 миллионов рублей. А самое главное, благодаря новому цеху появилось 40 вакансий. Глава региона осмотрел новую площадку и вручил лучшим сотрудникам дипломы и грамоты. Все эти годы вы притворяете в жизни главный тезис – качество превыше всего. Это позволяет вам неизменно справляться с задачами самого высокого уровня сложности в области путевого хозяйства, подавать пример успешного существования и неуклонного развития всем российским предприятиям и производствам. 37 филиалов компании работают по всей России, но центральное предприятие находится в Ульяновске с 2016 года. Сейчас здесь трудится порядка 350 человек. Планируется расширение производства. В сопровождении инвестиционных проектов помогает региональная корпорация развития. В Ульяновске уже мы расширились до 18 тысяч квадратных метров, поэтому фундамент есть. Следующее десятилетие мы запланировали вырасти как минимум в 5 раз. На предприятии обслуживают различную путевую технику. Кюветы-очистительные и щебни-очистительные машины, железнодорожные краны, снегоочистители и многое другое. А также ремонтируют подвижные составы. Юлия Руднева, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.